Всем привет! Это Милскел и это бюджетный косплей. Мы уже делали косплей на сериал, на фильм, на игру. Настало время сделать косплей на нами любимую музыкальную группу Friendzone. Сегодня я буду бюджетным Make Love'ом. Я стала годкой. Полина, кроки-бой, галат, продюсер группы. Сейчас ты будешь уволен. И просто хороший крокодил. Пердун. Мудила. Дима будет Валерой. Человек, которого поперли с группы. Хорошо выглядишь. Я в своем обычном. Вика у нас будет девочка из массовки. Ну и Женя. Maybe baby, маленькая стерва. Maybe, 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 maybe. Здравствуйте, мой фан! Группа Friendzone в сборе. Кто мы? Friendzone! А, стоп, я же к себе подкатываю, такой, типа. Не надо. Maybe! В честь наших отношений назвали целую группу. Группу! Это Friendzone! Хэштег Friendzone лучше. А пошли в лес. Слушай, теперь ник Maybe Baby имеет значение. Я корчу лицо. Рожица один. Галат, ты чё? Опять напился, Галат, трясёт жопой. Ой, какой ты Галат, ты кроки-бой, извините. Извини, Галат, не бей меня, пожалуйста. Кроки-бой, не дружу с башкой, катит мой скейтбэд под ногой. Говори, кроки, ты крутой. Кроки, ты крутой. Мэйби, спину выпрямила. Ты на пенёк сел, должен был косы отдать. Мэйби, нахали мне. Купола! Чудотворный крест с иконами, это же наш первый альбом. Дойчик, ты забыл? Ой, ты забыл, как у нас песни выходили. Ты вообще не стал быть на группе. Ты сын, фига удары просто. Мэйби, блин. Мне нужна девственница. Ты так непорочна, имидж бы запрещен. Ой-ой-ой, это что начинается? Это что начинается? Ты уходишь из группы, и все, мы тебя не знаем. Иди отсюда. Пошла. Ты вообще из другой группы. Давай я буду петь, а ты будешь рот открыть. Все твои подруги в школе, а ты только улыбаешься, шутишь и смеешься. Зачем тебе начать? Тихо. Недоступно. Ну и как всегда в бюджетных косплеях мы стараемся что-то повторить. И в этот раз это что-то будет легендарный клип «Бутылочка». Ну камон, не стесняйся, детка, это очень просто. Запах губ, почему? Погнали! В общем, наш план заключается в чем? Здесь две лошади, это Дима, я и вот кроки-бой. А это Maybe Baby. Спасибо, ребят. Вот, наш план заключается... Не назвали меня свиньей. А мне нравится. Наш план заключается в том, чтобы поесть еду свиней. А яой там есть? Мне чисто для друга спросить. Валера любит яой, хотя он всем говорит, что он не такой. Я Валера, меня выгнали из Maybe Baby. Боже, Maybe Baby такая зайка. Очень хочется, чтобы она привязала меня к раскладу. Наш план. Ой. Вот. Мы такие смотрим, а потом так вот друг на друга. Я бы случайно смеял. Ты за Валерой пойдешь скоро, понял? Майклав не удержался и стал годкой. Тут была Maybe Baby, посмотрите, это ее очки. Ой, подожди, прости, пожалуйста. Мне просто... Ой, подожди. Алина, ты уволен. А тебе размазала, смотри. Рукоблуд, пердина. Пердина. Мы подходим, таки, подходим. Снимаешь, все. Тихо. Ты мне нос разоплюешь. Ha ha ha!
Сейчас будет кадр, как мы будем залазить на второй этаж. Сначала залажу я. Залазил. Потом, да, именно. А потом, короче, Майклав такой, типа, эй! Меня забыли! И мы тебе вот так показываем. Прости, Майклав. Вот так, понял? Прости, братишка. Как-то по жизни так со мной. Как-то вы неправильно. Я вообще не умею. А я не... За деревяшку, за деревяшку. За деревяшку! Блин, а за деревяшку! А запустите меня, я не могу! Там высоко! Ты чё как тёлка залезаешь? Давайте, подсаживайте меня. Вот так это делается. Смотри, смотри, смотри. Потом я его поднимаю. Смотри, смотри. Ой, Женя, у тебя там трусы видно. Я так не смогу подтянуться, вы чё? Выход на два, мой любимый! Maybe. Где концерт? Концерт давай. Пижонная вечеринка. Куча трёпанья. А почему её не увольняют, алё? Она умеет лазить высоко. Не поспоришь. А ты почему не уволен? Сейчас ты будешь уволен. Рукоблуд, санина, пердун, мудила. Бойчик, бойчик. Ты чего такой стрёмный? Да чё я сразу стрёмный, нормальный я. Держи за дерево. Да подождите, я не могу. Да. Мальчики, вы не хотите сюда залезть? Хочу. Валера, сейчас будешь уволен, давай, сползай. Да я пытаюсь, подожди, я потихоньку. Давай, типа ты пытаешься залезть. Я прижал. Давай. Сцена в спальне Maybe Baby. Она же пушистый волк. Нам просто денег не хватило на операторов, поэтому... Платить больно! Гонорар пришел за меня. За твой. За мой суперальбом. Альбомба! Альбомба. Сейчас уволю тебя. Ты уволишь продюсера, ты? Да кому ты нужна вообще? Всем моим фанатам. Пошел в жопу. А что должно быть? Ножка? Я несчастный Майклав, который не ходит в постель в Maybe Baby. Я там сплю. Тут будет смешная картинка. Только Maybe Baby! Maybe baby. Что делал? Так, Жень, снимай. Maybe baby готов. Ой, не. Кстати, а вы не узнали? Это все время был не Валера на самом деле. Это же Добби, ребята! Это Добби! Лайк. Фанаты Добби оценят. Maybe ты куда? Тебе Майклав прикидывает свой рюкзак, и ты бежишь с рюкзаком сюда. Бегай, я тебя кину, когда ты будешь бежать. Ты выглядела как американский этот футболист, которому мяч. Толик, беги, беги! Я готов. В гробу накрылся. Прилег спать. Быстрее, типа ты в панике. О. 2 числа на всех площадках. Какой трек, как называется? Называется «Пахнет слюной». Я хочу дуэт. Дуэт? Да. Ну давай сделаем. Назовем песню, допустим, «Пакетик чая». Давай. Давайте доснимем. Боти-крой. Мы разошлись. Я что, швея, что ли? Тут на самом деле очень тепло, тут полы греются, тут так классно. Я сейчас чувствую бомжом на теплотрассе. Так кайфово. Ляг смешно. Ты что, пешеходный переход? Как вы видите, это не сильно похоже на пижамную вечеринку. Это вообще какое-то говно, конюшня. Мудила. Мудила. Короче, мы купили вот такую вот прекрасную ткань. Сука хэнди. Красиво, да? На этом они будут сидеть. В клипе примерно такая же фигня была вот под ними. Нашел серебро, нашел золото.
Maybe, baby. На пижамной вечеринке. Ну и вы, наверное, заметили, что у нас всего лишь две девочки. А в клипе их как бы много, поэтому мы решили немного переодеться. Мальчики, девочек вызывали. Всем привет. О. Хай. Хай. Скажи хай. Хай. Ты будешь той девочкой? Да, только я с Викой поменяюсь париками. Ты страшная. Парик. Ёб твою мать. Какой довольно милый. Мы эти принцессы, нет, подожди, не принцессы. Из Шрека, короче, вот эти. Сестры Шрека. Я младшенькая. Че, мне сейчас его отсосать или что-то надо сделать? Ну, не сейчас. Сидит, ест. Это реквизит был. Воняешь. Рель сидит и такая. Чморель. Морель съела всю рыбу с океана. Эротично должно быть. Ничего себе. Ты мог подумать в тот момент, когда мы познакомились, что вот к этому все приходило? Что мы вот так будем через несколько лет сидеть в костюмах, в юбках, в париках? Слушай, мне страшно представить, что будет еще через 5 лет, да? Подкидываем зефирки. Мечтает ее. Все, девочки, бутылочка. Девочки, садимся. Самый ответственный момент, сейчас будем целоваться. Братуха. Кручу, выпала на девочку напротив, ну камон, не стесняйся. Не стесняй. Камон, не стесняйся. Нет, ты очень радостный. Это очень... А ты еще, ты еще не знаешь, не радоваться? Еще, ты, не знаешь, ты еще не знаешь, что ты лесбиянка. Да. Типа, меня сейчас поцелуют, давай. Меня? Да, было все. Сколько надо выпить бутылочек, чтобы вот это поцеловать? В смысле вот это? Вот я сегодня красилась, я сегодня прихораживалась. Ты это, Гренда. О, мальчишки, пойдемте искать новое приключение. Откинь вот эти волосы. Так... Ой, сейчас поцелую. Щетину видно. Детка, не стесняйся. Ребят, вот этот кадр. Ё-моё. А давай в разных плоскостях. Ну, почти. А давай в разных комнатах. Все, рабочий момент. Чуть-чуть сюда вот так вот сядь, вот сюда. А ты чуть-чуть ближе, ну, в камеру. Ближе к выходу. Не-не-не. Пузико торчит. Ой. Какой месяц. Ты похож на эту... Благо, что была с красными волосами такая... Настя Рыжик. На Любарскую. Ты как Пеннивайз меня сожрать хочешь? Раз, два, три. Репетируем траекторию. У нас план, короче, вот так, покажи, вот так вот, типа, разойти, чтобы было видно, что поцелуй, но на самом деле это не поцелуй, а в плоскости будет смотреться, ну да, как будто поцелуй. Конечно! Угадай, куда поцелую. Раз, два. Перед поцелуем. Ну да, так. Поцелую, а потом... Я хотел уже из Шрека. Помнишь, когда он кота пародировал? Я, кажется, влюбилась в стоп. На пижамной вечеринке меня засосал какой-то гей. Какой-то гей. Женя грустит. Конечно, грустно так воняет там. Еще снимаем что-то или... Есть спички. Да нет, ты просто лежишь. Хочешь погадать? Заслужи. Антон, ты такой типа в сомнениях. Типа что? Что? Тут вторая степень жира. А вообще, вот тут это денежная монетка. Вот здесь вот у тебя. Как
котица прибавили. Вот так раз, вот так два, вот так это инсульт. Тебе тяжело по жизни будет, вот, знай это здесь написано. Я, по-моему, переданул, сори. Все, тихо, спим. Спим. Тихо, Жень, не палимся, что мы не тёлки. На пижонной вечеринке. Куча девок. И ещё ты геев. Нет таких. Женя должен проснуться вообще-то. Женя. Просыпайся. Так, мы досняли. Если вы хотите еще бюджетных косплеев, ставьте лайки и не забывайте подписываться. А теперь зацените, что у нас получилось в итоге. На пижамной вечеринке послушали фанфиков, обсудили всех мальчишек. Я нашла шампанское, что спрятали родители. Кто-то из девчонок предложил сыграть бутылочку. Давай, научу вас целоваться, maybe в этом профи. Я тут одна тренировалась, не на помидорах. Кручу, выпала на девочку напротив. Ну камон, не стесняйся, детка, это очень просто. Запах губ, почему колотит что-то так под маечкой? Я целовалась сто раз, но так не умеют мальчики. Все посмеялись вместе и сразу же забыли. Но не я, подождите, я, кажется, влюбилась. Стоп! На пижамной вечеринке куча трёпа ни о чёмных фраз. А я не могу забыть её губы на моих губах. Бутылочка, крутись! Бутылочка, крутись! Ну давай! Покажи мне на неё хоть раз. Бутылочка, крутись! Бутылочка, крутись! Мне так нужен этот шанс. Посмотрели Sailor Moon, сняли стори в Инстаграм. Время близится ко сну, но никто не хочет спать. Я тихонько намекнула, что могу всем погадать по рукам. Ну давай, подходите все сюда. Вот тебя любит Ваня из параллельного класса. А тебя любит Саша, скоро позовет на свиданку. Ты присмотрись лучше к Максу, что за первую партой. Ну а ты, малышка, ближе, у тебя все как-то странно. Эта линия значит то, что парни тебя обидят. Что счастье очень близко, просто ты его не видишь. Тут написано, любовь от пола не зависит. Судьба тебе кричит, малышка, экспериментируй. На пижамной вечеринке куча трёпа ни о чёмных фраз. А я не могу забыть её губы на моих губах. Бутылочка, крутись! Бутылочка, крутись! Ну давай! Покажи мне на неё хоть раз. Бутылочка, крутись! Бутылочка, крутись! Мне так нужен этот шанс. Ура! Мы досняли! В общем, ребят, спасибо большое за просмотр. Ставьте обязательно пальчики вверх, подписывайтесь на всех ребят. Новый альбом скоро-скоро. Всем удачки, всем пока. Пока-пока-пока-пока-пока. Кстати, у ребят из группы вышли новые сольные альбомы. Если вы их еще не слушали, ссылочку я оставлю в описании, советую послушать. Мне они очень зашли, так что советую. Особенно трек «Супер поросенок».